В минувшую пятницу во Дворце спорта «Видное» подводили итоги работы Госсадмтехнадзора Московской области, после которого представители этого исполнительного органа проверили, как выполняется реализация губернаторской программы «Наше Подмосковье» в части благоустройства в городе Видное, рассказывает Елена Бабина. С наведения чистоты и порядка, благоустройство, оснащение дворов детскими игровыми спортивными площадками начинается комфортность проживания, качество жизни. Такие приоритетные задачи обозначил в своей программе «Наше Подмосковье» временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев. Контроль над реализацией этой части программы проводят сотрудники областного госадмтехнадзора. Представители этого исполнительного органа во время проверки города Видное начали со сквера на ПЛК около зенитного орудия. Вот здесь для взрослых вот эти первые поставили вот такие вот. Далее маршрут проходил через обычные видновские дворы. Здесь инспекторы обращали внимание на наличие детских площадок и состояние фасадов домов. Конечно же, руководство района показало гостям и центр города. Особое внимание было обращено на Аллею Славы. Кроме скульптурных композиций и благоустроенных дорожек, участники рейда отметили центральную городскую детскую площадку. После ее реконструкции, которая была проведена в прошлом году, здесь вместо песка появилось современное покрытие. Также поставили новые игровые формы, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Гости пешком прошли до детского городка и закончили свой рейд на Советской площади. В завершение главный государственный административно-технический инспектор Московской области высказал свой вердикт по поводу состояния города, внутридворовых территорий и благоустройства в целом. Поразила та душевная любовь и забота городских властей и районов, которые делается в качестве благоустройства в этом городе. То есть это на самом деле очень красивый клуб. Наличие малых архитектурных форм, парки, мемориальные комплексы, чистенькие дорожки. Очень понравился центр города. Особый восторг вызывает наличие в каждом дворе благоустроенной детской площадки. То есть я хочу сделать вывод, что качество жизни жителей города Видное, ну, нисколько не отличается от качества жителей города Москвы, а даже в каких-то моментах еще и лучше. Татьяна Семеновна также добавила, что в Московской области есть города, в которые хочется возвращаться. И наш город Видное входит в их число. Елена Бабина и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.